Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Apple Watch Ultra 2. И сейчас я покажу вам, как поменять циферблат. Итак, для этого мы зажимаем пальчик на циферблате. И здесь мы можем нажать на плюсик. Далее мы можем выбрать любой циферблат. Например, можем посмотреть новые циферблаты. Далее можем отсюда, короче, здесь очень большой выбор циферблатов, можем просто их все посмотреть, найти, которые нам понравятся, нажать «Добавить циферблат». Вот здесь мы можем настроить цвета. Деление также можем настроить. Здесь небольшой выбор. И нажав на кнопочку вот сюда, мы его добавили. И теперь нажимаем на него просто, чтобы он у нас здесь находился. Таким образом мы поменяли циферблат. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.